Всем доброе утро. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Дорогие друзья, зашла с утра после садика в магазин. Купила батон. И купила, сейчас покажу, сгущенку на развес. Вот эта вот баночка вышла на 63 рубля. И увидала, к Пасхе уже продают наклейки разные на яички. Ну и я купила со сказочными персонажами. Смотрите, какая красота. Мне кажется, деткам будет очень даже интересно такие. Две штучки пока взяла, надеюсь, хватит. Много яичек все равно делать не буду. Чисто вот для праздника. А да, вчера еще на это что брала, сейчас покажу. У нас тут, ой, что-то голова закружилась. Продавали вот такие вот краски за 5 рублей. Тоже взяла две коробочки. Ну, в Пасхе надо потихоньку готовиться. Так что вот такие вот все мои покупки. Сейчас чай сделаю, а то садика писать, что аж понесло. И мне сегодня надо зашить игрушку. Акула, которая у нас синяя, помните? Ну, я сейчас покажу вам ее. Порвали ее, видите, надо зашить, чтобы наполнитель не выпадывал. Батон завязала, убираем. Детки встанут, поедят. Ладно, всем желаем хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя и свое здоровье. Вот, ребят, это акула, что деткам мы им дарили. И смотрите, как они ее порвали. Видите, видать, то, что у них хватает за это. И хочу потом купить отдельно наполнитель. И наполнителем еще ее немножко наполню. Потому что, ну, мало, мне кажется, наполнителя здесь. Видите, это болтается. И вот сейчас это зашью аккуратно синими ниточками. И все. И будет целая акула. Дальше вроде все везде целое. Они как-то вот здесь вот была рвана. Я зашивала уже. А так в основном целая. Дети очень любят ее, играют постоянно с этой акулой. Видите, какая она большая, пол дивана занимает. Сажусь зашивать акулу. Достала свой органайзер для ниток. Сейчас будем искать ниточки. Чем мне... Вот этот, кстати, органайзер я покупала в Фикспрайсе. Чем он мне нравится? Тут двойная штукенция. Вообще классно. Так, ну, надо под акулу ниточку подобрать, да? Ниточки. Да, вот темно-синий есть. Темно-синий иголочку. Я тут пользуюсь игольницей, которую, видите, мне Оксинка дарила. Она сама ее делала. И маме подарила. Какую-то иголку хорошую надо выбрать. Так, и ножницы. Сейчас вышью, зашью эту акулу. И на белье развесить. Да, кстати, муж мне сделал слив на стиральную машинку. Теперь у меня на улицу сливает. Я прям так рада. Я на себя сделала, не переживай. Прям вообще рада. Я сегодня полночи стиралась. Потом уже все, спать хочу. Легла спать. Сейчас развешаю белье и поставлю еще стирку. Так, пока органайзер сюда убрать. И акулу на колени. И начинаем зашивать. Все, зашила акулу вот так вот получилось, и вот здесь вот так вот целом такие шовчики. Все, акула моя целая. Акула целая. Что-то мне не нравится, что у меня тут нитки опять перемешали в органайзере. Вот эти вот ножнички вот такие вот в каком-то наборе попытались выкинуть, уже надо их. Вот это вот я покупала булавки, чтобы сделать эти подвески именно и красивые. Все хочу вот сделать. Как-нибудь с детьми сядем, выходные обязательно сделаем такие подвески.
именные. Мы раньше делали их, а потом дарили. Для картин у меня есть застежечки всякие красивые. Так, а куда я ниточки? Вот ниточки. Ниточки назад. Шпильки все забываю намотать на машинку швейную. А пакетики все убрать. Вот такие вот. Видите, у меня набор шпилек. Заказывала когда-то на Алиэкспресс, по-моему. И покупала себе бобинку для швейной машинки. Я когда в той комнате сделаю линолеум, постелю, и там хочу по-другому все сделать. И хочу там уголок сделать для швейной машинки, чтобы у меня было. Чтобы можно было поставить. Уже все подготовила. И вот такие вот ниточки. Еще белые вот мне надо ниточки. Большую бобину тоже куплю постепенно. А, да. И вот такой вот крючок у меня есть. Как думаете, для чего он? Это для того, чтобы дергивать резиночку. Шторы или ленты. Короче, в колготке, в штору. Вот резиночку тут есть большое ушко. Туда вдергиваешь и продеваешь. Очень, кстати, удобная штука. Так, ладно. Засиделась что-то я. Ножнички мои вышивальные. Обожаю вот эту вот фирму. Не знаю, не помню, как она точно называется, но у меня таких ножничек очень много. Очень нравится. И дети мои ими пользуются, и я пользуюсь ими. Очень нравится. Все. Идем развешиваем белье и занимаемся домашними делами. Так, хочу полить рассаду. Водичку принесла. Сейчас окно открою. И заодно покажу вам. Смотрите, у меня грядки растают. И вот там вот на грядке уже начинают выходить цветочки. А, плохо видно. Ладно. Потом. Ну, а я пришла полить помидорчики и перчики. Нынче рассада, конечно, вообще писец. В том году и то лучше было. Ладно, что теперь? Какая есть, такая есть. У меня еще абаканские помидоры стоят на кухне, потом покажу. И потихоньку тает мой огород. Вот эту грядку я не засаживала крайнюю, а вторую посажена там. И вот цветы там с края выходят. Ладно, поливаю цветы, да пойду дальше делом заниматься. Thank you.
Так, перебрала вещи, теперь хочу перебрать игрушки. А то у них в игрушках, если посмотреть, смотрите, что давно уже не перебирала ящик. Хочу перебрать и повыкидывать все, что лишнее. Ну что, приступаем? Все, перебрала целую кучу карандашей, но выбирал. Ну вот этот тут выкинуть надо тоже. Целый пакет мусора в игрушку. Сейчас все это в контейнер и дальше прибираемся. Мне уже Оксана пришла со школы и легла, ну а я занимаюсь тем, что мою полы. Маша ушла, поэтому можно с хлоркой помыть. Да, сок вечером дам, когда маленькие придут из садика. Так, ладно, я дальше прибираюсь. Диван мужа просил отодвинуть, он меня отодвинул, там все вымыло. Осталось вот здесь вот помыть и игрушки убрать, отсюда тоже помыть. Ладно, продолжаем работать. Все, помыла полы, и да, вы мне говорили, что полы не шорканы. Они просто много лет не крашеные. Так, сейчас все осталось вот здесь убрать, здесь. И в коридоре протереть полы. И все. Я так все вымыла. Оксана легла, да, Оксана? Ты спать собралась, что ли? А ты же хотела единорожку делать. Алмазку? Которую раскрашивать? Ну тогда подожди немножко, сейчас я здесь доубираю, потом отдохну, потом сядем, хорошо? Ладно, пускай ребенок отдыхает, и я все это убираю.